Здравствуйте, это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главные темы выпуска. Уже лет 5-6, как мы живем, вот столько времени эта яма здесь. Озеро безнадежности. Жители одной из улиц Махачкалы жалуются на полную антисанитарию. О дурно пахнущей проблеме смотрите через несколько минут. Пожарный надзор не знает выходных. Кто незримо заботится о безопасности людей и как это происходит, узнаете в нашем выпуске. 93 года на страже пожарной безопасности. 18 июля свой профессиональный праздник отмечают инспекторы Государственного пожарного надзора России. Именно в этот день, в 1927 году, было подписано соглашение о создании этого структурного подразделения МЧС. О важности работы инспекторов Госпожнадзора расскажет Курбан Рагимов. Их основная цель – донести до людей жизненную необходимость соблюдения норм пожарной безопасности. Контроль и профилактика призваны минимизировать риски пожара. Сотрудники пожарного надзора встречаются с населением, рассказывают о своей работе в образовательных учреждениях, выявляют недочеты в помещениях торгово-развлекательных центров и на других объектах, где есть массовое скопление людей. При проведении проверки мы контролируем соблюдение всех требований, то есть мы смотрим, проводятся ли инструктажи на данном объекте с персоналом, проводились ли там тренировки по эвакуации, содержат ли они в исправном состоянии автоматическую пожарную сигнализацию, автоматические установки пожаротушения. Все это в ходе проверки мы учитываем и указываем в предписании, которое уже в последующем выдаем на исправление. Кади Билалов второй год трудится в Госпожнадзоре. Работать в этом подразделении решил еще будучи школьником. Потом была учеба в Воронежском институте МЧС, а затем практика. Уже здесь будущий инспектор убедился, быть полезным обществу – это его призвание. Где-то в 4 классе, когда недалеко от нашей улицы горел лес, я увидел пожарных. И уже на следующий день в школе я всем говорил, что я хочу быть пожарным, хотел быть полезным обществу. И уже в 2014 году я поступил в институт МЧС. В 2019 году я его закончил, и вот сегодня работаю. Благодаря своевременной реакции инспекторов Госпожнадзора выявлено более 1000 нарушений, а значит предотвращены десятки возможных трагедий. Однако по статистике только за 7 месяцев этого года в Дагестане произошло 1563 пожара. Увы, статистика возгорания увеличилась на 2%. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов и поджоги. Роль инспекторов сегодня особенно актуальна. Сейчас в республике сложная ситуация с лесными пожарами. Введен особый противопожарный режим. В настоящее время на территории Республики Дагестан введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается посещение лесов, разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и иных отходов. Просим вас проявить сознательность и ответственность. Также дополнительно сообщаю, что в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, карается удвоенной суммой административного штрафа. Побольше выходных и меньше пожаров – самые главные пожелания сотрудников Госпожнадзора своим коллегам. Это неудивительно. Свой профессиональный день у инспекторов проходит, как и почти все другие праздники, исключительно на рабочих местах. Курбан Рагимов, Магомед Абдулмуталипов и Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В окрестностях села Харачи Унцукульского района обнаружен и уничтожен схрон с самодельными бомбами и гранатами. В тайнике находились две минометные мины, ручные гранаты, несколько самодельных взрывных устройств, комплектующие к ним боеприпасы, специальное обмундирование и медикаменты. Взрывотехники ФСБ по Дагестану уничтожили содержимое на месте, ведется следствие. В Махачкале будут судить 23-летнего жителя столицы, по вине которого, как предполагают, в автоаварии погибли 3 человека. В мае этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Мерседеса» выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ-99 модели. В результате ДТП погибли 3 человека – 2 пассажира «Мерседеса» и водитель отечественной машины. Коммунальные проблемы продолжают душить город в своих объятиях. Жители улицы Хуршилова жалуются на полную антисанитарию и зловоние за окнами. Полноценной жизни людей мешают стекающие в котлован для фундамента нечистоты. Яма превратилась в озеро из канализационных стоков. О том, какую опасность все это представляет с точки зрения санитарии, учитывая аномальную жару, и говорить не приходится. Как возможно решить затянувшуюся на годы проблему, пыталась узнать Патимат Ханапова. Уже лет 5-6, как мы живем, вот столько времени эта яма здесь.
Уже не просто огромная яма, а настоящее канализационное озеро. Когда-то тут был вырыт котлован для постройки многоэтажного дома, а проект строительства был заморожен, и большая выемка превратилась в отстойник для нечистот. А вот этот уровень, он поднимается? Насколько здесь небезопасно жить? Вот до цех бывает, вот так, сантиметров 20-30 бывает, когда дожди. В округе здесь множество частных домов и многоэтажек. Это не один десяток семей, и всем им приходится испытывать огромные неудобства. Это неприятный запах, полная антисанитария, не говоря уже об опасности для детей. Да и ко всему прочему, из-за постоянной влажности в домах на стенах появились трещины и сырость. В доме пошли трещины. Реально пошли трещины. Уже, ну, сначала были незаметные, сейчас уже больше становится. 60-х годов дом, она не должна была осадку дать. Сейчас уже начала осадку дать постоянно, потому что не останавливаясь, вода течет, и все время вода стоит уже. Проблема эта для Махачкалы почти классическая. Когда-то повсюду массово распродали земли, а коммуникации по правилам провести не удосужились. После чего владельцы зданий, чтобы хоть как-то решить проблему, начали незаконно врезаться в трубы для ливневой канализации. Из-за отсутствия подключения к централизованной системе в ситуацию не может вмешаться и Махачкала-водоканал. Это вид коммуникации на нашем балансе не состоит. То есть в данном районе нет централизованной канализации. Мы ее не обслуживаем. Но жители заселили данный район и самовольно врезались в эту трубу. В дальнейшем у данного участка, где вот этот котлован, появился хозяин. Хозяин начал копать котлован. В результате чего вот эта труба, по которой раньше шла ливневка, а сейчас там уже как бы, ну, канализация незаконная, эта труба обрушилась в этот котлован. В связи с чем мы можем наблюдать ту самую картину, про которую вы рассказываете. На вопрос, кто виноват, дать однозначный ответ в данном случае сложно. Да и важно ли это? Сейчас главное понять, как людям создать комфортную среду вокруг. Эксперты отмечают, что задача эта нелегкая, но вполне реализуемая. А вот какое решение вы все-таки видите? Что бы вы посоветовали людям, чтобы все-таки решили их проблему? Ну, во-первых, сам застройщик должен восстановить данную трубу, чтобы она нормально работала. Это как бы такое временное решение. А в дальнейшем в данном районе нужно строить разводящие сети канализационные. Нам должны, по идее, нам должны были сдать данный район. Нам этот район не сдали. Мы там сети на баланс не брали. Поэтому мы не обслуживаем этот район, потому что у нас там сетей нету. Неблагополучная санитарная и эпидемиологическая обстановка в Махачкале сложилась еще в конце 80-х годов прошлого столетия. А в новом веке объем сточных вод стал существенно превышать имеющуюся мощность канализационных и очистных сооружений. Численность населения Махачкалы увеличивается, а пропускная способность коммуникаций так и остается прежней. В результате коррупционных схем и откровенной нерадивости чиновников Махачкала с годами превратилась в экологическую мину замедленного действия. Мы же, в свою очередь, выражаем надежду, что нынешняя власть обратит внимание на данную проблему, и люди задышат новым чистым воздухом. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В Дагестане стартовал второй поток бесплатной реабилитации для медиков. Врачи, медсестры, санитары, сотрудники скорой из разных городов и районов республики в течение недели смогут отдохнуть в научно-оздоровительном комплексе «Журавли». Они получат не только медицинскую, но и психологическую помощь. В распоряжении медиков обустроены пляж, крытый спа-центр, бассейны, гидромассажные системы, тренажерные залы, бильярд, футбольное поле и многое другое. Напомним, с 6 по 13 июня в центре отдохнула первая группа медработников. До конца летнего сезона на безвозмездной основе центр планирует принять несколько групп медиков из разных регионов России. Особенно здесь рады тем, кто, оставив свои семьи, приехал на помощь дагестанцам в самый сложный период. До начала сентября на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 человек. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства уточняет информацию Росприроднадзора о выбросах в Каспийское море. По данным Минстроя, в прошлом году объем сточных вод в республике превысил 131 миллионов кубометров. Из них по нормативам было очищено меньше половины. Хотя по ранее озвученным данным Росприроднадзора в Каспий ежегодно сбрасывается порядка 850 миллионов кубометров сточных вод, десятая часть из которых попадает в море совсем без очистки.
В связи с этим руководитель Светлана Родионова даже направила полпреду президента ВСКФО Юрию Чайке, министру строительства России Владимиру Якушеву и главе Дагестана Владимиру Васильеву письма с предложением дать необходимые поручения для сохранения вод Каспийского моря. По информации Минстроя Дагестана, проблему загрязнения Каспия частично решит строительство очистных сооружений в Махачкале и Каспийске, которые пока находятся на стадии разработки проектно-сметной документации. Финансирование строительства первого этапа объекта запланировано на 2021 год. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных, всего доброго и до свидания.